Хлябыш! Мои почтенные друзья, с возвращением в It's Хлябышек Time! Я Хлеб! Я такой спокойный и умиротворенный, потому что поставил по бокам пару благовоний, зажег пару свечечек, помедитировал, занялся йогой, чтобы как на облачке, как перышко, пролететь легко уровень под названием гараж. И вот, кстати, ребят, как дань королям in the world, вот наша лучшая шуточка, комментарий, шутейка, что была в прошлом 300-м выпуске. Тута, ты молодец. Гараж, стань тостом. Почему я в побойке? Они уже вообще не стесняются. В прошлый раз я просто пытался в нее забраться, а теперь я просто в помойке. Ничто мне не остановит перед тем, как вспомнить, какие кнопки тут надо нажимать. Оп, неплохо, хорошо, отлично. Оп, дед, давай, соберись. Блин, я ж только начал. Что за фигня? Почему такая помойка сразу? А, нет, хорошо, застряли. Вот одной кнопочкой, и потом верхними. Молодец. Нельзя терять ни минутки. Давай сбоку зайдем, давай по-другому попробуем. Во! Да что такое? Что такое? Почему так сложно? Я не погибаю, я застрял. Я Хлеб Клод Ван Дам. Что ты еще взять? Я просто застрял между двух помоек. Давай. Я даже не знаю, мне нужно подняться наверх, чтобы осмотреться. Да вот что, как ее поднять вообще можно, нет? Отлично, отлично. Как же красно тут было хорошо. 28%. Ну, в принципе, жить можно. Если ты не суисайд Хлеб, как я, и у тебя все получается. Все получается, я же заговорю, все получается. Вот, я же не стану обманывать, правильно? Все, нашли баланс. Вот дерьмо. Кстати, вот холодильник с теми магнитиками. Куда надо идти? А, ну, вижу, тут нарисован огонек. Это привлекательно. Вижу пилу. Пилу же тоже можно подрубить. Наверняка же здесь несколько прохождений. Наверняка же нету одного конкретного, куда нужно идти. Но я вижу огонь. Логично, что надо туда идти и что-то скинуть, например. Я не знаю, какую-нибудь хрень вон там сверху. Бомба, арбуз, чайник. Окей, как туда добраться? А, это ничего хорошего мне не предвещает, окей? Тактически я не тост. Мы же Хлебушек. Что с нас взять? Здравствуйте. Так вообще, как будто они мертвые. Ну правда, а чего они-то не шевелятся? Почему я единственный ожил? Во. Зацепиться! Хорошо! Держаться. Лечь. А ну все, отлично. Я думаю, по этим коробкам можно подняться наверх, потом туда и как-нибудь справиться. Орать я сегодня не буду. Я же спокойный. Спокойный, я говорю! Чертовы носки! Камера просто отличная. Обожаю эту камеру. И Хлеб тоже. Оп, нет! Держаться! Давай! Ну! Хорошо, вот так! А, все, замри! Ну не шевелись, пожалуйста, все отлично же! Это было неплохо. Бредатор. Бред. Что? Бредварф. Бредатор это, видимо, Хлеб, который прилетел с другой планеты и собирается стать тостом, ну, что бы то ни стало. А у людей есть тостеры, а он... Тост, как я. Что я тут забыл? Это пенопласт? Боже, на какие-то застывшие какахи. Окей. Хорошо. Окей. Замри. Молоток. Ну что ты... Ладно, так тоже пойдет. Окей, я на столе. Что будем дальше делать? Блин, как туда сложно добраться? Мне нужно наверх как-то подняться. А стена грязная? Стена же как пол, она же паршивая. Окей. Хорошо. Наверх. Оп, я весь в опилках. А, нет, с ней все нормально, знаете. Я думал, что нет, так кажется. Да, все хорошо, я в опилочках. Нет, это вообще не туда. Ну давай, ну соберись! Ну пожалуйста! Ну блинский! Нет! Окей, попытка номер два. Никто же не отменял, у меня же миллиард попыток. Надо просто подправиться немножко. Вот так, все, теперь наверх. Отлично, хорошо, еще немножечко. Давай, левый, правым бочком. А теперь вот. Вот так. Шо, куда ты падаешь? Шо! Весь гнев ушел. Осталось только умиротворение, благодать и привязанность к прыжкам. Какого хрена? Почему так сложно стало? Раньше уже было не так сложно. Так, давай ляжем. Может, это все опилки? Я не знаю. Может, они магнитные? Не, ну правда, почему ко мне всякие неприятности притягиваются? Да что за фигня? Окей, мужик, давай. Теперь смотрите, коробка. Нежным движением падаем сюда. Все, так и задумано. Главное, знаете, чтобы был план. И воплотить его в жизнь. В жизнь! Окей, наверх.
Хорошо, идем. Еще. Еще. Идем немножечко. Отлично, отлично. Не в ту сторону, правда, идем, не в ту, вообще не в ту. Во! Я не вижу! Я не вижу! Живи, мужик! Да, я, знаете, в безвыходном положении. Не! Оп! Так, господи, что ты хочешь делать? Я слопну! Правда, меня переполняет. Ура! Так хочется кричать, но это не помогает. Холодно, так сказать, расчет! Я не могу зубаться даже на первую стену, что дальше-то меня ждет. У меня уже триггер хлеба. Ненавижу тосты. Что ты будешь с собой делать? Я не хочу подыхать. Я буду держаться за жизнь до конца. Давай. Нет, давай, ну что-нибудь сделай с этим. Какая же тут плохая камера. Какой же я плохой игрок. И меня просто в Вальгалу унесло. Ага, я понял. Это для лохов, да? Ага, я знаю, я понял. Я понял. Это не для меня, что я привык к трудностям. Не, конечно, клево, когда легко. Но какой тогда в этом толк? О, о, нормально. Все, хорошо. Так даже лучше. Отлично. О, лежать. О, тут другие уже. Yes, и Багет the Future. Как Back to the Future, только Багет the Future. Здесь все на хлеб завязано. Опа! Опа! Хорошо! Опа! Она! Обага! Обага! И обага! Так вот, я в ловушке. Я так и знал, что не нужно было кричать. Давай! Вылезай отсюда! Все, замерли! Не шевелись! Руки превращаются в макаронины, ими не управляет ничего. Я так и знал, что будет трудно. Давай, 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 давай! Да пошла вон чертова ваза! Это мое место! Наконец-то! Сколько времени прошло? Окей, как мне туда добраться? А, они еще и дырявые, отлично. Ладно, здесь вроде безопасно, да? Вот это дорога в ад. А это лестница в небо. Раз, два, три, четыре. 5. Вышел зайчик погулять. Да хватит! Да куда? Я же был так близко! Куда он улетел? О, я пришел, кстати. Вот, вот. Есть! Есть! Я пришел. О, вот же переключатель. Окей, даже это сыграло мне на руку. Хорошо, я даже немного хп потерял. Отлично, супер. Как мне эту штуку повернуть? Он. О, да. Е-е-е, только не упади. Отличненько. Тост. Опа. До 100% надо. Я же, кстати, я джем не нашел. Там был джем? Е! Д! С! Це, супер! Как обычно! Следующий день. Стань тостом. Какая напряженная музыка. Куда мне надо идти? В машину? Ее, наверное, надо включить. А потом сесть на капот, и нам должна прогреться. Подсолнухи как-то подозрительно и чертовски страшно стоят. Тут же вообще никак не пробраться. Ну ладно, была не была. Просто пойду вперед. Просто брошу себя! На встречу приключениям. Отлично, хорошо. Вот так, вот так, вот так, вот. Забор. Кстати, это норм? Вроде, да? Только я не вижу ничего, ну, цепляйся. Ветерок нас колышет, но это нипочем. Вот так, вот так. Отлично, левый, правый. А как я тут переберусь, подождите? Что-то я об этом не подумал. Даже свою музыку не буду вставлять, здесь прикольная мелодия. Час по чайной ложке, но это для нас. Ой, блин, скейт. А может просто швырнуть себя туда и все, и будь что будет? А, у меня же сейчас кончится. А, тут ветер, я понял. Ну сразу, ну понял. Ну правда же. Дайте мне шанс исправиться. Да не в ту сторону ты лезешь, чертов хлеб. Блять, как же меня колошматит. Меня просто дергает. Нет, нет, вот. Швырнул тебя. Опа! Обжески! Обжески! Давай! Обжески! Разживи! Опа! Отлично! 23 хп. Нет. Это какая-то просто жескочина. Я не уверен, что это сегодня пройду! Я просто сдох. Ладненько, это была попыточка. Так, знаете, от звезды. От звезды! Как же меня сдувает жестко прям. Как же меня сдувает прям жестко!
Ну какой шанс, что я выживу? Ну теперь, ну какой? Надо сверху просто прыгнуть на скейтборд. Пусть мне получится. А где ветер? Подождите. А где ветер? У меня же вот получалось. А, ну почти, я все, я понял. Короче, надо добраться до скейтборда. Ну что-то вообще с руками сегодня какая-то жуткая беда, вот прям все плохо. Окей, вон скейтборд, давай пробуем. Эх, хорошо! Yes! Бля, аж глаз заслезился. Лол, я могу управлять им? Шина же грязная, да? А дальше-то что? Отлично. Хорошо. Все, подожди, тут окна закрыты, а как тогда мне машину врубить? Неужели через верхнюю крышку? А, водички, тут кто-то подналил. А, вон, барбекю. Да? Тихо-тихо, тут ветер, тут прям жесткий ветрище. А, или вот открыто. Это нереально, нет, я в это не верю. Я должен сюда упасть, включить вот эти ключи, потом выбраться через это окно и попасть на капот. Окей, ну вот джем, ну я хрен бы клал на этот джем. А вот же спички. Нет, все-таки тут несколько вариантов, как я и думал. Окей, это я не хочу рисковать, я пойду лучше к спичкам. Водичку эту будем спокойненько обходить. Какой я плохой, хлеб! Вода, обошли воду. Тихо-тихо, все, хорошо. Отлично. Отлично, прилипли. Там, подождите, там спички. Я должен спички еще поджечь и бросить вниз? Что за хард? Это что, такой ветер? Или это я так плохо играю? Во. Раз, два, три. Под музычку! Твою мать! Давай! Вот, нет, не та, левая. Вот. Ну, грипп уже кончается, или как он там называется? Захватить. Ёшкин кот. Я тебя прошу, хлебушек. Ты же всему голова. Во. Во. Стоим. Не дергаемся, не дергаемся. Повернуться немножко. Идеально. Так, тут синяя картоха. В таком случае, если я так близко к джему, то почему бы сразу и джем не заюзать? Джем. Как я люблю джем. Да. Нет! 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 Все хорошо. Сам того не желая, получилось получше, чем думал. Есть. Замри. Все. Замри. Мне нужно наверх к спичкам. Это сложно, тихо. Живи. Там ветер жесткий или что? Я не понимаю, почему он не шевелится. Все, живем. Хорошо. Оба, оба, оба. Нет, нет, нет. Ладно, ничего страшного. Заново мы много раз начинали. Какой-то ветер жесткий дует. Откуда? Тут же сплошная стена. Нет, да, ветер дует, но тут реально сплошная стена из листьев. Как вот это вот говно все убрать, вот это вот осколочное. Захвати! Да не то ты хватаешь, дурачина! Так, вот две спички. Ее надо взять, чиркнуть и кинуть вниз. Утка. Вот как раз спросили, как я отношусь к гусям и уткам. Уже, видимо, не очень. Лола, я ж так смогу справиться. Зажег! А дальше че? Как это работает? Теперь надо ее взять, да? Я могу себя поджарить, там же горит. Окей, попробуем другую спичку. Сейчас мы ее возьмем. Ее же можно взять? Ну ты же... Вот! Все, взяли, подползли, чиркнули и суицидимся вместе... Нет! Нет, нет! Я жарюсь? Какого черта я жарюсь? Мой пукан меня жарит! У меня еще отсутствует одна сторона. Ну, давай! Ты справишься! Да! Есть! Не урони, не урони! Пошла вон, чертова спичка! Yes! Получилось. Получилось.
получилось. Как я погромче сделать? Сюда жарко стало. Пройдено! Пройдено! Пошло вон, чертов джойстик. Все! Хрен ли ты мне наушники тянешь? Не тяни мне наушники, зараза! Вы видели все сами? Да? Да? Покоритель всех хлебных сердец, Багетто за фьюча, Бредатор. Все эти титулы принадлежат мне. Сегодня я ЧСВшный кусок хлеба. Мы наконец-то прошли. Ну как наконец-то? Это было на самом деле не очень трудно. Смотрите, за 5 минут, за 10 минут. Ну что, я думаю, на этом сегодня мы закончим. А заправку продолжим в следующий раз. И что, ребят, как вам прохождение мое? Я хлеб? По-моему, я хлеб. Ставьте ликой, ставьте лососи, ставьте лукасы, лойсы. И просто лайки. А еще подписывайтесь. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Рассказывайте друзьям. И вообще, будьте супер классными пусями. Или писями. Какую букву хотите вставляйте. Хоть посями. Гласная на ваш выбор. Окей? И вот еще, ребят, я подготовил парочку видосиков. А тут один, а тут второй. Очень интересный. Посмотрите, что там да как. Ага. И до встречи, ребят. В следующем видосе.